How do you position that you are with the Lord? You asked this Bhakti himself, Lord, he gave to Brahma, Brahma gave to Nara, Nara gave to Vyasa, and by this Guru Parampara, this Bhakti is the time to be at. So, for what he gave Jai, we are very in depth to this all Guru Varga. So, when you start the spiritual, and start the spiritual line, so first you are given glory of them. Why? Only the mercy of them, you know, you are attend this bhakti, so you are always there to chant with them. Шипат Махараджа говорит, когда мы произносим джайвадвани, прославление, как сейчас мы произнесли, что это обозначает? Знание о бхакти к нам пришло по линии учителей. Изначально это знание было передано от Кришны до Брамы, от Брамы до Нарады, от Нарады до Вьясадева. И так это дошло до сегодняшних дней через наших учителей. И поэтому очень важно всегда быть присоединенными к ним, к этим особым личностям, которые до нас доносят. Чтобы, для того, чтобы обретать их милость, нужно всегда, каждый день вспоминать об их имени и прославлять, и говорить «Джай». «Джай» — это значит «Вся слава тебе». So, everybody necessary, everybody also, who is the already kept the spiritual life, necessary every day and must kept the «Джай». Махарадж говорит, если вы хотите обретать милость от этих личностей, то каждый день направляйте на них свое сознание, то есть вспоминайте о них и просите их милости, то есть and джай. When you have to give джай to them, and himself you have to give джай. When джай to them, you are actually giving джай. Джай обозначает, пусть вы восторжествуете. Говорит, когда мы будем желать им, чтобы они восторжествовали, то есть обрели победу, победили. Таким образом и мы тоже станем победителями. Yeah. So now we are doing some prayer, Bande Aham Sri Guru. No? So this is the same thing. Who is the my Gurudev? Who is the his Gurudev? Who is the his Gurudev? Who is the his Gurudev? Like this now you are doing some prayer now. Сейчас мы будем произносить молитву, которая тоже посвящена нашим учителям. Это определенная медитация на этих учителей. Yeah. Образование связи с ними. Банде Ахам Шри Гуру Шри Юта Пада Камалам Шри Гуру Вайшнаванс Шри Рупам Саграджатам Сахаганарамнатамитам Там Садживам Садхвайтам Савадхутам Парижана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакха Литанса Ом Агьяна Тимирамдхасья Гьянанджана Салакая Чаксур Нулитам Джена Тасмай Шри Мураве Нама Намаям Гурудевая Дхимате Самамуртае Шри Шримад Бхакти Шри Рупа Сиддханти Прахаве Шри Махатмане Намаям Вишну Падая Радхикая Приятмане Шри Шримад Бхакти Веданта Нараяна Итинамине Шри Кришна Лила Катане Судакша Аудайя Мадхурья Гунайша Юктам Варам Бараньям Пурушам Махастам Нараяном Стам Ширасанамами Кришна Сиромайча Намаям Вишну Падая Ачарья Сима Рупине Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Итинамине Ати Марта Чаритая Свасритана Чабалине Дживатуке Садатая Шри
नाम प्रेमदायिने नामयम् विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त हु इज द गुरु व्हाट इज द एक्टिविटी व्हाट इज द सिम्टम ऑफ गुरु यू नो दिस कीर्तन टेलिंग सो मेनी थिंग अबाउट गुरु Сейчас мы будем петь киртан, посвященный гуру или учителю. И там будут вот это и молитва, и в то же самое время там будет рассказано о том, кто такой настоящий гуру, какова природа истинного гуру и как поклоняться этому гуру. Yeah, like this, this material world, if you learn anything under learning, necessarily some guru. And he learned the complete spirituality, cured of this Maya, and he is the Adhyaksha, our material mind. Даже для понимания материальной реальности, даже для материальных наук нужен гуру. Без учителя ты никогда не сможешь достичь успеха в своем обучении. А что говорить о том, чтобы изучать нечто трансцендентное? Для этого без сомнения нужен гуру, не простой гуру, а тот, который сам может дать это знание. Yeah, no, that's... Потому что он, этот трансцендент, называется Адхокшича. Адхокшича обозначает, никакие чувства до него никогда не дотянутся, и он не воспринимает ни чувствами, ни интеллектом. Yeah. Здесь идет поклонение, почитание всех личностей, которые связаны с этими дхамами, святыми землями. Одновременно в одной песне идет почитание сразу всех. Yeah. And if you are offering obeisance to this dhamma,
their eternal, this devotee is their eternal, and when you are offering obeisances to them, they are given to place to us. This Dham also gave place to us, and this Vaishnava also gave place to us. Why? They are eternal, you know, always, everywhere they are present. So when you take the name, they are given some spiritual strength to give to us. Эти святые земли вечные, эти великие преданные вечные, и если просить у них благословения, то они обязательно дадут вечное благословение, они дадут вечное благо. Эту практику нам дал сам Господь, Верховная Личность Бога, Совершенная Личность. Поэтому все знания, которые дает Совершенная Личность, она только одна в этом материальном мире. И вообще во всех мирах, вот, это только Верховный Господь. Соответственно, Совершенная Личность может дать совершенные знания. Ну, в целом мы удачливы души, что мы вообще соприкоснулись с этими знаниями, с ведическими знаниями, и привлеклись ими, потому что говорится, что очень, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что из тех, кто, допустим, стремится к самосовершенствованию, там, единицы, достигают результата, этого своего, ну, самосознания. И из этих достигших результата самосознания только один приходит ко мне. Вот такого вот очень, как бы, так сказать, суровый отбор идет в духовный мир, возвращение домой к Богу. Ну, это еще, как бы, признак века Кали сказывается. Но в целом мы должны ценить то, что мы сюда пришли, и то, что мы имеем возможность практиковать, то, что нам Господь дает разума здесь оставаться и воспевать святые имена. И нужно это ценить время и как можно больше уделять возможности духовной практики, потому что жизнь коротка, а в Веккале она еще очень, очень коротка. Даже там говорится по ведам, что мы должны жить Веккале 100 лет, но по статистике даже до 100 лет сейчас не доживают люди, как правило, мужчины, допустим, в частности, средний статистический возраст жизни там 50 лет. Поэтому мы должны понимать, что у нас очень мало времени, и поэтому мы должны все свое свободное время, и должны его уделять, это свободное время, как можно больше, уделять его на духовную практику, на воспевание святых имен, на другие виды преданного служения. Ванча Калпатру Кача, Крипа Синху Певача, Патитана Панайпхи Вайшна Вайпхи Вайма. Прежде всего я предлагаю свои почитания поклоны всем вайшнавам, которые, подобно древу желания, могут исполнить самые сокровенные желания и полны сострадания к падшим душам. Живое существо рождается в невежестве. Это невежество говорит о том, что оно не знает, кто оно, зачем родилось и какая конечная цель жизни. Ну, четыре вида невежества существует. И вот, когда по великой удаче человек начинает спрашивать, ну, сначала он спрашивает себя, кто я, зачем, в чем смысл жизни, если он благочестивый, то по великой удаче он встречает человека, который дает ему наставления. Эти наставления объясняют ему, кто является Верховной Личностью Бога, кто является он сам и в чем конечная цель жизни. Это движение начал Господь Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху, великая личность, которая приходила 529 лет назад, он начал движение с воспевания святых имен. Очень простой метод. Если мы следуем, то постепенно мы сможем воспринимать Господа Кришну. Есть такой стих. Атакши Кришна Намади Наабхавет Грамьям Индриям Севон Мукхе Хиджифадау Своям Вас Курати Адах. То есть Господа Кришну невозможно, игры, развлечения и образ Кришны невозможно воспринимать материальными чувствами. Потому что он находится на абсолютном уровне. Но когда мы начинаем заниматься преданным служением, которое начинается из повторения его святых имен и вкушения прасада, то наши чувства, индрии, они очищаются, и мы
становится возможным воспринимать Господа. Вот, поэтому просто необходимо начать этот метод, и постепенно этот метод у нас приведет к высшему совершенству. Према Бхакти. Дайвена Техата Бхагават Прасангат Сарва Шутхопа Шаманат Вимук Хендрияе Курвантика Масука Леша Лавая Дина Лабхабхипхута Манасопку Шавани Шашват. Те люди, которые вместо того, чтобы заниматься слушанием, отдать свои уши слушанию, язык воспеванию святого имени, а также служению вайшнавам, те, которые людям занимаются материальной деятельностью, продолжают заниматься материальной деятельностью, их чувства, они все больше и больше запутываются в этой деятельности, их чувства не знают покоя, и эти люди, они просто обделенные судьбой. Дайвена, плохая судьба, плохая карма. Угра-карма. Вот. Ну, поэтому я счастлив, что как бы Господь на меня милость проявил, что я наконец-то нашел прибежище в лучших стоп Гуру Вайшнава. Шрила Гурудев Ки. Если Кришна Чайтанья Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шриваса, Гегова, Бхагавадхива. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Рама, 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 Хари Хари. Ну вот, два брата моих выступили, они уже... Что хотел сказать, они уже все сказали. Но наша жизнь дана для того, чтобы вернуться назад домой к Богу. И вот, как я Рава Прабху сказал, что Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир и дал наставление повторять. Только святое имя нас спасет. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Постоянно повторяя святое имя, помнить образ, качество Гурудева, Шри Кришны. Только это нас спасет. Если мы будем постоянно практиковать, да, то мы перестанем критиковать, завидовать, ненавидеть. Да? Наша зависть превратится в уважение, вожделение, в любовь. Наши плохие качества начнут уходить. Вот я помню, один преданный, да, вот, который я сейчас служу, Махараджу, да, он говорит, вот, когда я прочитал Шримад Бхагаватам, я говорю, какой я замечательный человек. Все качества я привожу в себе эти, да. Но когда я начал практиковать, опа-на, я обнаружил, какие у меня плохие качества. И вот смотря на него, да, я тоже начинаю видеть, а елки-палки, сколько во мне дерьма-то. Я начинать поговорки, да. В тихом умоте все черти водятся, действительно. Вот вроде болото чистое, да, хорошее, тут вековерни, оттуда все начинает лезть. И вот читаешь больше, читаешь, изучаешь, практикуешь, да? И думаешь, елки-палки, вот от чего нужно избавляться-то. Начинаешь обнаруживать, начинаешь работать над собой, действительно. На работе замечаешь, там, дома замечаешь, уже начинаешь учиться, как воспитывать детей. Я вот прожил всю жизнь, да, 45 лет, да? Я даже не знал, как детей воспитывать. Палкам, деньгами, туда-сюда, да? А сейчас вот встречаешь виды, да? Ой, елки-палки, нужно так, уже со своими внуками как-то по-другому, с женой начинаешь по-другому, елки-палки, жизнь вообще красивее становится, понимаешь все. На работе удивляется, там, пить бросил, курить бросил, че дурак, что ли? У меня вот слояк, да, он сейчас так продвигается по материальному, да, вообще, просто там бабосы зарабатывает, обалденные там, на море там. Да, такой коттедж строил, да, там людей принимают, да. Раньше туда эти отдыхали, он, поехали, ты что? Как вот поехали, ты что, Серега, повторяю, дурак! Дурак. Ну, короче, товарищи, повторяйте святое имя Бога, да? И возвращайтесь на домой к Богу. Осознавайте свою естественную сварупу. Любовь к Раде Кришне.
Я простой, обыкновенно позже, да, но на меня тоже пролилась милость, да. И я просто рад, я рад Гурудеву, я рад Вайшнавам, да, что я встречаюсь с такими замечательными людьми. Я просто счастлив, я просто, я не знаю, что такое кайф, но я тащусь. Хари Кришна. Я прочитал одну из книг Гурудева, небольшую книжку. И сделал вывод, я вот буквально вчера на Ангеле вкратце там об этом сказал, что я как-то плохо понимал, никак не мог понять, почему люди, которые практикуют, которые меня окружали, абсолютное большинство, они забывали какие-то, ну, очень, то есть человеку нужно было, очень многие из моего окружения замечал, что нужно человеку по два, по три раза что-то сказать, то есть они начинают что-то забывать, ну, на таком, на уровне, на материальном. Вот, то есть договорился о чем-то с человеком, он через полчаса этого не помнит. Ну и меня это каким-то образом где-то, может быть, даже раздражало. Вот. А потом я заметил по себе, что... То есть у меня была такая... Несколько раз была такая ситуация. Например, я выходил из дома, дважды возвращался, в концовке уехал и забыл свои документы дома. Пришлось возвращаться. Ну, то есть... Я заметил за собой, что я начал точно так же там тормозить, короче. И потом я нашел этому всему объяснение. Потому что просыпаешься, допустим, с утра, вот я по себе просыпаюсь с утра, что мое действие первое? Я протягиваю руку к стакану воды, говорю, ну там, предлагаю, как могу, значит, водичку, она у меня рядом там стул если стоял. Читаю утреннюю мантру там, которую вспомнил, молитву. Встаю, ну и дальше все по расписанию, что, ну, в зависимости от того, в какое это время. То есть, так или иначе, постоянно памятование идет. Встал, посмотрел на стену, вот висит картинка Кришны, думаешь, о чем сейчас делать, вспомнил. И получается так, что куда ты, пока находишься в своей квартире, пока тебе, ну, грубо говоря, в какой-то своем баджан-кутире, можно так сказать, постоянно в мозгу что-то крутится. Там, вот как Махарадж говорит, Джаятхвани, допустим. Читаешь Джаятхвани, и кого бы ты ни упоминал, не вспоминал, постоянно это, ну, начинает крутиться в мозге. И вот по большому счету, ведь мозг человека, он ленивый, он не хочет ничего, не запоминает ничего. Ну, ничего, он хочет просто лежать, кушать сладкое и спать крепко, короче, чтобы было тепло. И я просто понял то, что все, что происходит, допустим, со мной, вот это памятование, оно идет, оно отсюда приходит из какого-то другого места. То есть я для себя в очередной раз, то есть, ну, я понимал, мне сказали, что есть душа, что все мы души. Но я вот на этом, то есть посредством этого еще раз для себя как бы подтвердил, что это все заложено, ну, что потребность этого, она уже есть в душе, то есть это идет как-то из сердца. То есть уже настроен, ну, какой-то, если мы все радиоприемники, то мой радиоприемник уже настроен именно на памятование, на повторение. Вот так. А еще вот, ну, хочу сказать, что когда слушаешь старших учеников Гурудева, когда слушаешь кого-то из Махараджи, из старших проповедников, и если есть с этим, с этой личностью есть связь какая-то, если тем или иным образом удалось послужить Вайшнаву, то от этого тоже, слушая Харикатху, будешь испытывать, как Сундар Гопалович сказал, будешь испытывать от этого, ну, своеобразный кайф такой. Ну вот, в общем-то, все. Хари Кришна. Повторяем святое имя, служим Вайшнаву. Вчера вечером по интернету прочитал лекцию Мадхава Махараджа. Он рассказывал там о, может, кто-то читал, о том, как происходила битва на Курукшетре. И когда Арджуна, восседая на колеснице, а возничий был у него Кришна, попросил Кришну, говорит, вывези меня между двумя армиями, посмотрю, с кем мне придется биться. То, посмотрев, он сказал, как я могу биться там, Крипачарья находится, мой духовный учитель.
Дроначарья, он обучал меня военному искусству. Я, говорит, не могу с ними биться, я не буду с ними биться. На что ему Кришна сказал: ты, говорит, не думай, что ты там что-то можешь сделать. У тебя очень много разного оружия. Ты можешь там брахмасны, пальцем показал, и все, уже никого не будет. На самом деле их, говорит, уже никого нету. Нет, они все уже мертвые. Это сделаешь не ты, это сделаю я. То есть возникают такие ситуации при общении с гуру, что мы можем думать, что наш гурудев там как-то ведет себя не так или что-то действует не так. То есть, ну, мы не должны так думать, потому что мы не сидим там рядом с Кришной на колеснице, и Кришна нас не возит и не говорит нам, что это он все сделает. А есть такие случаи, что кто-то начинает выступать против гурудева. Так нельзя делать. То есть, в общем, вот все, что я хотел сказать. Харе Кришна. В течение своей практики помню, что без помощи Шри Гуру невозможно достигнуть чего-то. Мы с милостью Шри Гурудева постепенно открываются какие-то возможности, какие-то ощущения, какие-то способности. И тогда это ощущается. Ощущается при вовремя практике, особенно когда встаешь в утренние часы и начинаешь молиться, чувствуется ощущение чистота, чистота, и происходит, и начинаешь понимать, что особенно утром надо рано вставать и рано начинать молиться. И тогда это ощущение чистоты более ярко ощущается. А после, когда немножко поздно, если по-другому ощущается, разные моменты и нам по-разному ощущается. Мы, если чем раньше постоянно практикуем, хоть понемножечку утром, пораньше, это постепенно укрепляется, постепенно начинается наша вера, более крепкой становится, она более ярче делается.